И всем снова доброе утречко, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас будет обзорчик на вот такую вот курточку Капа. Это пуховичок, друзья. Натуральный пух перо здесь используется, не искусственный, не заменитель. О чем свидетельствует вот такая вот маркировочка: 70% пуха, 30% пера. Данный пуховичок стоит 15 699 рублей. Выполнен из довольно-таки плотного полиэстера. Удлиненный пуховичок. Давайте померим. Посмотрим, как будет смотреться. Кто-то просил меня пуховички, друзья. Вот постепенно. Ну что, друзья, пуханчик довольно-таки длинный, что хочу заметить. По минусам не вижу манжетов. Манжетов вообще нет. Сюда будет задувать холодный воздух. Конечно, минус. Желательно носить под джемпер. По длине почти до колена, что мне нравится, довольно-таки стильно сидит. Вот, немножко приталенный, на мой взгляд, видно. Карманы очень глубокие, утепленные на флисе. Внутри карман только с левой стороны присутствует. Тоже, кстати, глубокий довольно-таки. Сейчас мы ее застегнем. Вот это, друзья, вещь. Не хотите мерзнуть зимой, одевайте пуховичок Капа. Вообще шикарно. Имеется вот такой логотип Капа. Немножко такой переливающийся. Вот так, друзья, куртяшка смотрится на мне. Несмотря на то, что на длинной ходьбе она не мешает. Плюс еще у вас не будут мерзнуть ноги, икры. Вот эта часть тоже не будет мерзнуть. Ну и все, попа закрыта тоже. Классная куртяшечка. Все-таки натуральный пух перо, друзья, теплее, чем искусственный. Вот. Сейчас мы ее чик, капюшончик наденем. Но есть, конечно, технология Zero Down, там искусственный утеплитель. Почти так, почти греет, обладает такими же свойствами, как и натуральный. Вот поэтому тут вот так она смотрится с капюшоном. У капюшона отсутствуют регулировки по длине, по объему, их нету. Кстати, могли бы сделать по утяжке, но это сделано просто, накинул капюшон, пошел. Горло хорошо закрыто, холодный воздух не будет попадать. И имеются велкролипучки. Клапан тоже присутствует от холодного воздуха. Стирается данная куртка, друзья, либо в химчистке, либо средством специальным для пуховых утеплителей, пух-перо. Вот. А обычными порошками нежелательно стирать, так как будет оставлять белые разводы. Специальными жидкими средствами, друзья, стирайте для натуральных утеплителей. А так, в принципе, курточка достойная, на мой взгляд. Ну, ценник, друзья, конечно, сразу скажу, ценник у нее не дешевый. Но зато видно, что это вещь. Ты одела, это видно вещь. Молния здесь, ну, средняя. Не скажу, что она очень мощная, такая средненькая. Так, по цене эта курточка, друзья, у нас стоит 15 700 рублей, как я говорил. Вот, вы можете использовать на нее 20% скидку. Для этого вам нужно скачать мобильное приложение Спортмастер. Скачайте мобильное приложение Спортмастер вот по этому QR-коду. Вот, регистрируйтесь там, заходите в сообщество у меня на канале. Там вы найдете активный промокод на 20% скидку на первый заказ онлайн. Вот, он действует почти на все товары, кроме лучшей цены и желтого ценника. Вот, так что можете использовать, друзья. Курточка обойдется вам на 20% дешевле. Поэтому советую качать приложение, пользуйтесь. Ну а на этом я буду закругляться. Кстати, друзья, по температурному режиму самое главное забыл сказать вам. Температурный режим этой куртки от 0 до минус 25 градусов. Так что вообще супер. Будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, друзья, всем отвечу. Вот, постепенно приходят теплые курточки, буду для вас снимать. Не забывайте ставить лайчонок, друзья, подписываться на мой канал. Все-таки это продвигает мой канал чуть-чуть в топе, немножко доход растет. Вот. В любом случае, спасибо всем за просмотр. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. Самое главное, крепкого здоровья, друзья.
носите теплую, комфортную и удобную одежду. С вами был Михаил. Всем пока-пока.